Сегодня у нас 31 октября 2023 года. У нас проходит джип-экскурсия. Она составляет путь 18-19 километров на джипе. Джип оставляем внизу на кордон Закан. Совершаем пешую экскурсию. Расстояние пешей экскурсии от точки А до точки Б 1 километр 600 метров. В гору экскурсия у нас замечательная. Мы выходим на смотровую площадку Закан. Она у нас находится на высоте 1650 метров над уровнем моря. И открывается вот такой вот потрясающий вид со смотровой площадки Закан. Очень красиво, живописно. Вот это сам пик горы Закан. 2070 метров вершина. Очень красиво. Это открывается у нас ущелье реки Большая Лаба. Вот это у нас уходит ущелье Дамхурс. Дальше, как мы все должны хорошо понимать, у нас находится Абхазия. В ту сторону, за перевалом, за ущельем, у нас находится Архыз. В эту сторону по ущелью мы уходим 12 километров, попадаем на очень красивые живописные места — Эмеретинские озера. Внизу под нами находится кордон Закан. Приблизим. Вот кордон Закан. Машина у нас стоит где-то вот там. Этот путь мы поднимаемся пешком. Очень красиво.